Отчего люди не летают? Да просто от того, что до этого не было достойной аэротрубы. 2 минуты свободного падения заменяют 100 прыжков с парашютом и 2 часа занятий на беговой дорожке. Аэротруба – это огромное, как вы уже поняли, сложнейшее сооружение. Суммарная высота нашего здания превышает 33 метра. И на самом деле все это сооружение направлено лишь для того, чтобы вот в этом относительно небольшом пространстве диаметром 4,5 метра и высотой 17 метров создать воздушный поток, который полностью идентичен воздушному потоку, с которым сталкивается парашютист в свободном падении. Впрочем, летать в аэротрубу приходят не только профессионалы, но и начинающие спортсмены и вообще не парашютисты. 10 минут полета как-никак заменяют несколько часов фитнеса. Правда, все выше и выше сразу не получится. Первые минуты всегда с инструктором. Кстати, испытать настоящие ощущения полета теперь могут и дети. 5-летняя Ксюша здесь постоянный клиент. Мы как-то пришли, посмотрели, ей очень понравилось. И она вот там вот как-то, как она мне говорит: «Мама, я как птичка». Вот как птичка, она летает. Ей нравится. Подобное развлечение сегодня популярно во всем мире. В России же оно только начинает набирать обороты. И, как уверяют профессионалы, петербургское сооружение одно из лучших в мире, а по некоторым характеристикам вообще не имеет аналогов. Ирина Товкалева, Александр Дружинин, Андрей Климешов, Александр Высоких. Первый канал, Санкт-Петербург.